Так, всем привет. Вторая часть. Теперь будем собирать компьютер на сокете 2011. А, теперь не на Taobao, а на Алиэкспрессе. Я заказал вот такую вот плату. Ссылочка в описании. И, соответственно, процессор Intel Xeon E5-2640. Характеристики тоже вы сейчас видите на экране. Значит, что мы тут имеем? Не знаю, поправил ли китаец или нет, но на странице товара фотографии полностью соответствуют тому, что я получил. То есть, а именно здесь 4 разъема DDR3. Да, а у китайца в описании указано, что на плате их только 2. Вот. И я уже установил площадку для крепления кулера. Кулер мы будем использовать PS кулер LGA775, LGA5556. Здесь не указано, что он подходит для сокета 2011, но то есть он прекрасно встает на вот эту площадку. Площадку для крепления китаец любезно положил в комплекте. Также я заказал две планки DDR3 с частотой 1.866 МГц. Это серверная память, регистровая, буферизированная. По 8 гигабайт планочка. Ну, Ланшу, как это, производитель, гордый китайский производитель Ланшу. Что еще в комплекте у нас было? Такой вот пакетик термопасты, да, и SATA кабель. Плата, как можете видеть, миниатюрная. Ее можно вставлять и в ATX, микро ATX и даже мини ATX. На батарейки в комплект не входит. Пришлось купить такую батарейку. Так, ну что, давайте. Да, ну и задняя крышка. Ну что, давайте будем делать ассембли. Ставим сначала на плату память и установим кулер. Так, я буду ставить зеленые разъемы. Значит, честно говоря, описание карты я не читал, но такая цветовая дифференциация разъемов намекает на как бы двухканальный режим работы памяти. Устанавливаем наш кулер. По поводу качества китайской термопасты, вы знаете, вполне. В случае с любой китайской материнской платой, здесь нужно сразу прикидывать возможность установки всех компонентов, чтобы потом 300 раз не собирать ни... Так, вот так у нас все это будет находиться в нашем корпусе. Так, да, нормально, вполне. Окей, питание кулера у нас вот здесь вот, поэтому, чтобы не торчали проводочки, установим его в таком положении. Так, ставим плату в корпус, значит, по расположению посадочных болтов, да, так как плата у нас такого мини формата, соответственно, вкручиваем вот в такой последовательности. У меня одного посадочного не хватило, но здесь главное, чтобы были вот эти вот. То есть вот, если у вас тоже, как у меня, не хватает, например, посадочных болтов, можете использовать обычные болты с длинной ножкой, да, просто по высоте я смотрю с помощью вот такой вот штучки, да, что здесь вот как раз высота этого болтика, она равна вот, вот такой вот высоте, до этой вот дырочки, да, я вот с помощью нее сравниваю высоту вот этого болта.
В принципе, ее можно даже и закручивать. Так, главное, чтобы вот эти вот болты были обязательно, потому что этот вот край я оставил без болта, потому что он нам, в принципе, не нужен. А вот здесь вот мы будем вставлять видеокарту, поэтому здесь упор должен быть хороший. Наверное, самое сложное — это клеммы. Давайте все-таки я вкратце немножко расскажу, о чем крученится народ на AliExpress. В комментариях там к заказу я прочитал. В общем-то, мамка, по-моему, стоит около где-то 3000 рублей, да, за эту цену люди как бы еще хотели бы видеть, что вот здесь вот не распаян разъем M2. Хотели, чтобы тут был четырехканальный режим, но на самом деле тут двухканальный, значит, по градуировке цветов, да, вот у нас есть зеленые разъемы для памяти и черные. Значит, как указано в описании на AliExpress, зеленые, если плата одна, да, то плата памяти, то ее надо ставить либо в первый, либо в четвертый разъем. Если плат памяти две, карт памяти, если планок памяти две штуки, да, то их надо ставить либо сюда, либо в черные, да, ну и соответственно, когда 4 сюда, 2 сюда, то есть смысл в том, что по одной планке будет работать только в зеленых разъемах. Если вы поставите в черные, плата не заведется. Значит, что у нас здесь? У нас здесь 6 фаз, 1, 2, 3, 4, 7 фаз питания, да, и MOSFET-ики у нас закрыты вот таким вот радиатором на... Там еще теплопроводящая подложка. MOSFET-ики QN3103, QN3107. По SATA-шкам здесь у нас 2 SATA-3 и 2 SATA-2. Всего 4 разъема на самой плате. К сожалению, у нас 3.0 здесь нету. Здесь только USB 2.0. Значит, по... Что у нас здесь? Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 USB 2.0. Сетевой разъемчик. Встроенное аудио, PC на 2, мышь, клавиатура, ну и как бы все. Единственное, в чем прикол, да, смотрите, вот эту вот планку, да, если вы будете использовать сеть, да, то вот эту вот штучку отогните. Так, ну поехали ставить. Так, значит, по подключению разъема передней панели. Зеленая идет Power LED. Дальше под ней находится красным обозначенная HDD LED, а синим у нас Reset. Черный у нас это подача питания с кнопки. Дальше, вот по этим разъемчикам забыл сказать, да, стандартный PCI-Express 16. И здесь еще есть миниатюрный PCI. Плюсы всегда находятся слева, да, они обозначены. Там тоже нарисован такой плюсик. Power LED, плюс-минус, HDD LED, HDD LED, Reset. И питание. Все, на этом готово. Устанавливаем видеокарточку. Видеокарточка наша старая знакомая MCI 650. Обзорчик был. Так, блок питания. Китаец там рекомендовал минимум 500-ваттный блок питания. Но, в принципе, я посмотрел на характеристики. Здесь должно хватить 450-ваттного с этим процессором за глаза. Значит, попробуем стартануть с 4-пиновым. Что сегодня за день такой? Дополнительное питание. 6 пин для видеокарты. Так, в качестве жесткого диска будем использовать вот такой вот ADATA SU-650, самый дешевый SSD. Никакого крепления, скажем так, не наколхозил. Я взял двусторонний скотч. Оба зеленых разъема займем. И приклеим его повыше. А вот сюда. И сюда уже он у нас тянется.
Так, ну и на этом, в принципе, все. Давайте пробуем. Так, запустили. Вентилятор крутится. Подсветочка горит. Дальше будем ставить стенку. Всем спасибо за внимание.